Нобелевская премия в области химии за 2019 год присуждена американцу Джону Гуденафу, британцу Стэнли Уитингему и японцу Акири Йосина за разработку литий-ионных аккумуляторов. Нобелевский комитет пояснил свое решение. Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как они впервые появились на рынке в 1991 году. Эти разработки заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива. Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Из рук шведского монарха лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Размер денежной составляющей – порядка 908 тысяч долларов.